Сегодня 28 июня, вот остатки перед вами бригады «Шторм», точнее, короче, роты. Изначально у нас было 150 человек, мы прибыли в зону СВО. После ожесточительных боев, после всего, что мы увидели, вот остатки пацанов, что остались. Среди нас 2 200-х. Нас сегодня привезли с передовой вот в эти апартаменты. Все в интернете видели это видео, это место. Здесь полковник ФСБ угрожал мобилизованным, которые отказались. Да, здесь полковник ФСБ угрожал мобилизованным. Ну, мы «Шторм», как бы. И сейчас мы здесь отдохнули ровно 3 часа после дороги с передка. Где? На передке, где мы были. Нам не поставлялось БК. Нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания. Не вывозились 300-е. До сих пор там гниют 200-е. Их никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые, в принципе, даже не стоило бы выполнять. Вообще, мы вообще считаем, что нас просто обнуляют. Вот это лично вот мое мнение, мнение пацанов, что нас просто, нас вот было 150 человек. Да, вот он, вот наш остаток из 150. 3 месяца мы служим, нам ни разу не заплатили зарплату. Сейчас к нам приехали и сказали, пацаны, надо ехать в приют, наверное, передок опять. В мясорубку, где мы уже были. Опять и мы от этого не вернемся. Суть никогда. Этого обращения такова. Мы, записав это обращение, разошлем их и это обращение своим родственникам. После чего мы отказываемся дальше идти выполнять боевые задачи по вот этим по ряду причин, которые мы обратились в обращении. И сдаемся в руки ВП. Пусть, если кто-то из нас, из этого остатка, фамилии мы позже перечислим. Кто-то погибнет. Они погибли не на передовых, просто обнулили. Кто-то может там, я не знаю, за что. Но мы вот они стоим, вот они, мы с передка, все ребята здесь. Если даже кто-то погибнет, он погиб не на передке, его просто застрелили свои. Все, всем доброго дня, слава России.